Здравствуйте, дорогие видеослушатели. Фотостудия Вячеслава Левицкого предлагает вам небольшой экскурс в историю фотографии. В 1826 году француз Жозеф Нисифор Йепс сделал первую в истории человечества фотографию, полученную при использовании камеры обскуры. Француз Луи-Жак Манде Дагер в 1829 году разрабатывает закрепитель. Следом Луи Бранкер Эрвар находит новый тип фотобумаги. Английскому физику Джеймсу Максвеллу удалось впервые в мире получить цветное изображение, которое явилось результатом трех снимков одного и того же предмета с разными фильтрами. Еще больший вклад в развитие данного вида фотографии внес Сергей Прокудин-Горский, русский фотограф, изобретатель, пионер цветной фотографии в России, который разработал технологии, позволяющие уменьшить выдержку. Американский банкир Истмен в 1880 году открывает в Америке свою компанию под названием «Компания сухих пластинок Истмена», которая в дальнейшем была переименована и зарегистрирована как компания «Кодак». В 1930 году большое распространение получает цветная фотография. Все это благодаря компании «Кодак», которая выпустила первую в мире обратимую пленку «Кодак Хром». Но времена меняются, все вокруг ускоряется, и нам, простым людям, некогда заниматься творчеством и экспериментами. И тут на помощь к вам придет фотостудия Вячеслава Левицкого, которая поможет в вашей фантазии запечатлеться на бумаге, сохраняя тепло того момента на года. Хорошо, я беру. На кассу я беру.